Так, 17 мая 2018 год, Харьков, 3-й четверг мая, а это значит день вышиванки 2006 года, 3-й четверг мая, на какое бы число он ни пришелся, это день вышиванки. В этот день желающие и имеющие возможность надевают на работу вышиванки. Ну и в общем-то, как себя в Харькове этот день проявляет, можно посмотреть. Была вышиванковая хода с площади Конституции. Сейчас 19 часов намечается. Еще одна вышиванковый парад с площади Свободы. В 5 минутах ходьбы отсюда. Сейчас посмотрим, что там. А заодно пройдемся по Сумской, по саду Шевченко. О, надо сейчас 50-ю параллель снять. Каждый раз мимо нее проскакиваю. Харьков стоит аккуратно 50-й параллели. Эта 50-я параллель идет просто практически перпендикулярно улице Сумской. И сейчас покажу ее фактическое место расположения. Вот она, красавица. Пятидесятая параллель северной широты. Ну, с практически перпендикулярной маленько загнул, конечно, но угол тупой. Это было летом, когда... Ой, мои маленькие золотые. Господи, стыдоба до сих пор. По сей пор у меня не вышиванок никаких. Ну, в принципе, как-то это сейчас масштабы такие приобретают. Просто такие. В метро вышиванки. На работе вышиванки. Не помню, чтобы раньше в Харькове такое обилие было национальных костюмов. Так, сад Шевченко в перманентной реконструкции. Заканчивают один участок, начинают другой. Ну, в общем-то, и так красивых участков более чем достаточно. Мая 2018 год, Харьков.
Да, ради ходы вышиванковой в 4 часа в 16:00 перекрывали Сумскую. Не думаю, чтобы повторно это делали. Но сейчас будем посмотреть. Вон уже видна площадь Свободы. Да, футбольный мяч наш закрыли, памятник. Июня. Аквариум. Аквариум хорошо. Сказать нет, я устал. Вышиваночка, вышиваночка. Ты давай кафай на паночка. Так, а где же мой боевой товарищ? Вышиваночку тебе сердце тебе лишило, вышиваночку тебе вышила, вышиваночка. Классная песня, очень к тему. О, какой у нас полицейский. Какой молодец! Вот у нас здесь все. Кстати, можем, если что. Ладно, будем искать своих.